Доброго утра всем! Нас уже почти 8, без 10. А мы уже позавтракали с Гришкой, и сейчас я пойду вязать. Сегодня у нас рабочий день, а потом еще сегодня нам к стоматологу. Ну, не нам, а Антохе. Вот, у нас сегодня туман. Вообще, я выглянула, что там туманище, роса бешеная. Не знаю, надеюсь, что будет жарко, но сейчас с утра плюс 2 всего. Представляете, как это холодно? Вот он туман, ничего дальше не видно. И вот здесь вот тоже все серенькое такое. Вот такая погода, но вы знаете, даже не холодно. Ну, то есть я сейчас укуталась, как медвежонок, и поэтому мне даже не холодно. Птичек тут, видите, сколько летает. Они еще и песенки нам тут поют. Яблонька зацвела. Ты тут их сколько? И вот эта вот зацвела. Красотка. И вот эта вот начинает только. Ой, как мне нравятся вот эти бутончики. Мы тут с Григорием уроки учим. Что у нас сейчас? Математика. Да. Русский уже выучили. Даже пришлось прибегнуть к компьютеру. Хватит ли 100 рублей, Мне, что... чтобы купить 5 тетрадей по 6 рублей, вот я Ага. ухожу. 6 и 5, 30. Да, все правильно. По 6 рублей. И календарь за 75 рублей. Угу. Отнимаем вот это, получается 70, а нужно 75, чтобы тут... Да, тут наши муравьишечки. Особенно мне нравится за маткой наблюдать. Она ж тут главная. А? Уже аж и сюда дошли. Во второй отсек. Дошли уже. Ну вот они, видишь? Ого, как они уже далеко зашли. Видишь, и тут уже кто-то был. Угу. Зернышко лежит. Так что вообще муравьи круто. Вот мы уезжали же в камышеватку, и получается, что их не кормить не нужно. Просто увлажнил им. Раз в 3 дня. Да, и все, и можно ехать А ты спокойно на увлажняла? выход. Сегодня нет. Я увлажню, ладно? Давай. И вообще очень удобная штука. Вроде бы у нас кто-то живет, но кормить его часто не нужно. Не то, что... Григорий у нас с этим занимается, Я главный да? Фермер. На обед у нас будет тюлька, которую мы с камышеватки привезли. Нам вот с мамой и с папой я пообирала головы и пузики, потому что они колятся. Ой, простите. А Сержуня, он не любит, когда все это обобрано. Поэтому он все сам оббирает. Не могу сказать, что в тюльке вот эти вот пузики, они колятся, поэтому их тоже нужно убирать. Здесь уже пюре варится. Картошечка. Еще сделала салат. Шпинат, редиска и вот там вот где-то еще огурчики. Буду заправлять уже перед подачей подсолнечным маслом и посолю. Я уже вяжу петрушку. Мама кинзу. Вон уже коробочку навязала. Слушаю новости про Торонто, про Канаду, что там подавили людей. Ой. Я, как всегда, знаете, в шоке от вот этих вот 60 минут, вот эти все, где разговаривают о политике, конечно, слушаешь, и волосы немножко дыбом становятся. А я выехала за Антохой. Сейчас сначала, вернее, Гришку заеду, подстригу. Надеюсь, что мы успеем. Сейчас 16:08, потом заберем Антошку и повезем его к стоматологу. Тут же вот липки. Распускает свои листики. Так, Григорий пошел забирать Антоху. Где он там? Они все равно на улице играют. О, Антоха на самокате. Все, идут пацаны вдвоем. Такие прикольные.
За руку прям брата ведет. Антоха к стоматологу. Антошек, ну как тебе стоматолог? Сегодня расскажи, было больно? Еще нам нужно 2 зубика сделать, да? Да. Ну как, заработаем денежки, так придем, да? Как тебе тетя, врач? Мы с Афоней уезжаем, да, Афоня? Да, Афоня согласился ехать. Он еще не понимает, да? Это Вера, не маме. Мы уже дома. Завезли Тюльку Ане с Виталиком. Потому что для нас, для нашей семьи, Тюлька такой продукт, когда мы ее поели один раз, и все, потом мы знаем, что ее есть уже не будем. С морозилки, вот, она нам не особо нравится. Поэтому мы делимся. То есть мы сегодня поели Тюльку, и Ане с Виталиком отвезли. Хотели дать родне, но у родни сегодня скумбрия, и так они там сами ее малосолили, поэтому как бы рыбу... Я сегодня, когда приехала от стоматолога, сразу же, пока еще было более или менее светло, прокосила наш газончик. Вот. И сейчас его сразу же включила поливать. Потому что у нас ветра, и все сушит очень сильно. У нас тут огонь. Афонька меня зовет смотреть огонь. Ого, слушай, там столько перепелок, 12 штук, а у нас тут такая это. Мы еще, мне кажется, 3 килограмма можем свинины пожарить, да? Все может быть. Да, какая кучка. Афоня, а ты что хочешь, пахнуть шашлычком? Ну, тебе 3 килограмма свинины. Да, 3 килограмма свинины. Шашлык? Да. Шашлык из перепелочек? Да. Из таких маленьких, да? Да, папа купил. Папа купил, да, папа купил. Надо решеточку сделать на весь мангал. Ну, прям на всю, да? Ну, да, из 2,5. Ты же будешь вонять дымом, сынок. Все, мы сидим возле костра. Поставили скамеечку. Да. Скамеечку такая снимаю, она тут вся такая ободранная. Она просто спереди только покрашена, она ж на улице стояла. Да, мне будут куки. Кушать будем, да? Да. И ты будешь кушать? Угу. Как тепленько тут сидеть. На самом деле еще как-то прохладно, да? Ну да, это холодно. И папа в футболке. Холодно, говорит, холодно в футболке ходить. Пап, ты только закрывай двери. Да, вот эти. Все, уже жарим перепелочек. Они вообще с виду, конечно, странные такие, но запах очень вкусный. Ничего не странно. Курица, так, господи. Прикольно, в уменьшенном варианте. А ты будешь крылышко или ножку, или шейку? Из шейки мы суп еще с вами. Да. Да-да-да, мы уже ужинаем, смотрим Джуманджи, которая была в кино. И едим, пробуем, вернее, перепелочек. Трудно достаточно было их жарить, потому что неизвестно, когда они прожарятся. Но поджарились очень быстро. Дети досмотрели Джуманджи. Они пришли. Ты посмотрел? Интересно? Да. Я рада. Давай, давай. А мама пока лежала в кровати и платила... Платила все коммунальные расходы наши. Садик, музыкалку, свет, телефон и интернет. И НТВ+. Мне наконец-то руки дошли монтировать видео. И гляньте здесь. Но видео получается год назад, за какой-то 20 апреля. И какие малыши наши. Зоя. Нет, вот я это, Фоня. У Зоечки ракушечка. Нет, а это, видишь, колючая, мы ее уберем. А у Зои такая ракушка, которую можно пушку поставить, и там море шумит. Ну, Зои, возьми ракушечку, послушай.